наконец прибыл наш шикарный сепаратор 3-метровой длины с двумя видами сетки. Сейчас его покажу. Вот такой вот некислый размер у него. Мотор-редуктор и частотный преобразователь. Мы уже его проверили, но сейчас я хочу еще его показать в работе. А вот и идет самый главный помощник. Точнее, помощница. Ну, кстати, помощница мышелов, крысолов, кротолов. Их здесь у нас штуки 3. Таким образом мы его включаем. Частотным преобразователем можно выставлять обороты, но обычно порядка 20. Не особо шумный. Самое главное, выполняет все свои функции на ура. Забрасываем вермикомпост сырец. Через двойку проходит вермикомпост сырец. Очень приятный по структуре и по фракции. Далее у нас идет мелкий червь, кокон. Есть 5 размер. И через 3 отделение у нас проходит крупная фракция и сам червь. Без сепаратора как без рук. Особенно, когда объемы большие. А перерабатывать у нас есть что. Вот свежий навоз. Рядом гряды с более старым навозом. Частично уже местами хорошим перегноем. Здесь темновато, не видно, но сюда завозим с полей перепревший навоз. Здесь еще пока холодно. Ну, тут вот такие, если можно увидеть, большие кучи лежат. Все идет на переработку дальше. Непосредственно сам червятник. Здесь ящики с червем, которые сюда завозятся. Здесь пока что временно формируем гряды. Пока что временно гряды. Дальше это будут бурты. Но необычные бурты. Но я в дальнейшем расскажу, что будет за бурты. Скажем так, не совсем типичные. Здесь тоже темновато. Только-только начали завозить сюда червя и формировать гряды. Полностью все помещение будет в грядах.